И вот он, прекрасный стадион «Динамо» имени Льва Яшина. И в пятый раз подряд Кубок России свой финал проводит именно здесь, в Москве. И у нас, как это часто бывает в российском регби, две красноярские команды с левого и правого берегов. Да, он чуть не танцевал. Плясал, да. И тут же обнял Чупрова. Да. У нас начальный удар Евгений Чеботков выполняет, ведущий стендапер, вот так вот. Нормально ударил, пусть и не со скока, но практически, даже не практически, в зачетку мяч улетает. Ну и что, пошел обратный отчет, финал Пари Кубка России по регби 2024 начался, поехали. Высокая свечка Гайсина, чуть левее по флангу, ловит, Дорофеев ввел. Смотри, схватка Красного Яра давит. Она давит, давит. И преимущество на штрафной. Сейчас будет штрафной. Готов взять, да, успевает отбрасывать. Но свисток до этого прозвучал. Приятно, что болельщики понимают. Не кричат, ничего не забивает Джейсон. Коротковато. Джейсон! Показал! Хорошо, Дино, в 5 метров! В 5 метров Гордон забежал. И справа открыт. Хушнут. Хушнут Самгенов. Чуть-чуть ему не хватило. Преимущественно штрафной показывает Коптюх. Обратите внимание, он держит руку. Тайчуев освободился, отбежал назад. Яр давит. Чуть сдвинулись левее, чуть ближе к центру. Подъем, мощный замах. Нет попытки, скорее всего. Продолжается давление есть, молом. Есть движение. Есть. Мяч сейчас у Эстерхейзена. Идут они потихоньку, идут. Уже в 5 метрах. Где мяч? Наверняка у Франа. О-хо-хо! Слушайте, они зашли. Попытка! Надо же! Вот! Петровый. Так что нарочито выбрал этот угол и поднимаются. Нет. Флажки не поднимаются. 5-0. Несколько потеряли темп, но не владение. Остхузин с мячом. Владение есть, это главное. Очень здорово атакует Енисей. Вернули на левый фланг. Пельцер. Великолепный пас. И попытка. Устоял на ногах. Мне показалось, что его вынесут сейчас. Я поэтому паузу сделал. Бровко. Не забил. Нет. Чуть-чуть левее буквально. Два. Роман Ходин. Преимущество на штрафной. Вне игры. Темнов. Преимущество не реализовано. Надо бить. Всякое бывает. Достаточно вспомнить про промах Гайсина в финале чемпионата России прошлого года. Тоже позиция была убойная. Есть. Попадает. Как судьи не уверены. Да. Женя тут же захватили. Штрафной. Опа. Слушайте, Пронин там что-то разошелся, не нашел. Остхузен. Пошла вода горячая. Да. Ну, это точно это первые. Да. Но дальше, смотрите. Это желтая карточка. Нет, попал. Только попал просто не в голову. Сейчас может. Куда-то в предплечье. Удар локтем в голову. Номер 2 белых. Да, вот это развитие событий. Начнем по порядку. Действие вашего игрока является как провокация, доработка после свистка. Это желтая карточка. Действие вас... Во-первых, это ответные действия. Во-вторых, это удар локтем в голову. Это красная карточка. Да. В 2021 году красную он дал Первухину. В 2024 красную Сутидзе. И вчера Первухин шутил, говорил, переведите Ульриху Берцу, что завтра ему покажут красную карточку. Барышников над мячом, но здесь Узунов, я так понимаю, нападающие без девятого будут атаковать сейчас. Раз. Начал считать Коптюх, потому что нельзя долго зависать. Вышел ли мяч? Да, он продвинулся. Без девятого нападающие атакуют. Уже практически на грани я. Руки все убирает, вот мяч. Мяч видим. Коптюх, буквально меньше метра. Меньше метра. И вот он, подъем правее. Попытка. Вот она. Николас Остхузен.
Все, на поле и Теменов, и Кляйхайнц. Соответственно, ушел Магомед Шамиль. Нет, не попал. 3 из 3. Будет Гайсин. Обратно разворачивает на Темнова. Темнов идет. Хороший старт сейчас был. Увидел он, куда можно было нырнуть. Будем смотреть, говорит Каптюх. Мне показалось все-таки... будем смотреть локоть, говорит Каптюх. Или прямой в шею. Если прямой, то желтая. Желтая карточка. Я был прав, желтая карточка. Желтая карточка. Отправляется отдыхать Андрей Темнов. У нас уже практически до конца игры, наверное, будет. Готово. Эстерхейзен побеждает с крохотным отрывом пока у Талерда. Ага. Это было 2 минуты назад. С двух сторон два южноафриканца. Эстерхейзен, он и желтую получил, и попытку занес, в то время как Талер просто был хорош. 21% у Эстерхейзена, 19% у Тальярда. Очень, но это уже не встреча. Важно. Енисей, 10-кратный обладатель Кубка России по регби. Тяжелейшая игра. 3 желтые, 1 красная, 3 попытки, куча эмоций. И победа тяжелой машины, которая возвращает себе... Ровно год Енисей был без трофеев. Минус чемпионат, минус кубок. Не участие по этой причине в суперкубке. И вот оно, возвращение тяжелой машины. Это тяжелый